Привет всем, с вами Джексон, и продолжаем мы делать нашу консоль. В прошлый раз мы покрасили верхнюю крышку и кнопку. Я уже нанес, получается, второй слой. Получилось все намного лучше, чем первый раз. Получилась поверхность глянцевая, ровная. Теперь нету никаких царапин, потому что первый раз, когда я покрасил, получается, были царапины. Потому что первый раз мы когда зашкурили, после шкурки нашли тонкий слой, и царапины были видны. Когда нанес второй слой, нанес его немного посолиднее, так скажем, потолще, и теперь царапин вообще нету. Есть, конечно, мелкие ворсинки, но это мелочь, они вообще почти не видны. Тем более при помощи какой-нибудь полироли можно это все без проблем исправить. Очень сильно мне нравится, как это все получилось. Внутри дольше больше не докрашивалось, внутри и так, мне кажется, довольно-таки хорошо получилось. Тут ничего исправлять не надо, тут все у нас идеально, и эта часть, так скажем, не приоритетная, потому что внутрь никто обычно смотреть не будет, то что открываться там будет редко. И вообще, в принципе, я уже в прошлом видео говорил то, что консоль получилась такой, как будто я даже не знаю, такое ощущение, что эта крышка всегда была черная. Я вот что я сказал. Вот реально очень хорошо получилось. Очень хорошо нанес, все равномерно. Самый большой плюс, что выбрал, получается, черную краску, потому что невозможно краску вот этого черного тона нанести там где-то светлее, где-то темнее. Тут не получится, потому что она везде будет черная, нежели там, если бы купил какую-нибудь синюю, например. Если бы синий закрасил, может быть, где-то было бы светлее, где-то темнее, а тут черное, поэтому все идеально получилось. Мне очень нравится. Ее пока что отставим в сторону, с ней больше вообще работать не будем, потому что тут глянцевая поверхность, и она очень легко маркается и царапается. Поэтому я ее уберу в сторону и не буду ее вообще лучше трогать, пускай там стоит. И те, получается, все, которые там есть, вот отпечатки от пальцев, стираются только спиртом. По-любому, по-другому никак. Вот. Так, сегодня будем делать, получается, выход вот этого вот USB на снизу, чтобы можно было перепрошивать. Я вот думаю, может быть, его перенести в другое место, просто неудобно немного будет. Ну, сейчас посмотрим. Так, что я хотел сделать-то? А, надо также нашу кнопку, которую мы уже перекрасили, тоже достать отсюда. Так, достается все при помощи пинцета, зажимаем. Пинцет бы получше. Так, по центру нажимаем, и оно выпадает. Кнопка тоже, вот, кнопкой второй слой накрашивал, потому что и первый довольно-таки хорошо получился, но тут есть уже всякие мелкие царапины все-таки остались, поэтому, возможно, немного ее подкрашу. Не буду прям полный слой, просто немного подкрашу, чтобы царапины пропали. Тоже ее убираем в сторону, чтобы ее, получается, не поцарапать. Так же, как и крышку. Крышкой больше, те вещи, с которыми мы больше особо не собираемся работать, мы их убираем в сторону. Так, далее что мы делаем? Делаем мы, получается, тут вот отверстие, надо сейчас все это размерить, поставить. И, в общем-то, давайте начнем.
общем-то, вот что у нас получилось. Я очень долго думал над тем, как сделать это правильно, поскольку USB углублен очень довольно-таки сильно, поэтому я решил сделать такую небольшую вот капсулу пластиковую. Сделал я это все из компакт-диска, вот такого старого компакт-диска, который мне не нужен. Получается, вырезал из него квадратики, и из квадратиков сделал вот такую вот пластиковую капсулу, которую закрепил клеевым пистолетом. Вот таким вот. И получается, вот такая капсула, за счет того, что я укрепил ее клеевым пистолетом, она стала очень прочной. То есть я очень доволен качеством, так скажем, а ее сломать теперь будет намного труднее. Она получилась не самой ровной, но поскольку я все закрашу, это видно не будет, именно потому что она находится снизу, навряд ли сюда кто-то будет смотреть. Осталось тут только вот в этом вот месте чуть-чуть еще прошкурить, чтобы не было вот этих вот... Я не знаю даже, ну вот то, что вот резал ножиком, чтобы этого видно не было. Все это красиво заделать, чтобы это видно опять же не было. И с этой стороны с клеевым пистолетом на всякий случай, на самый такой крайний случай, и крепить еще немного клея, чтобы оно все, получается, было достаточно защищено и, не дай бог, оно не сломалось. Потому что если сломается, потом восстанавливать очень-очень трудно это все будет. Очень долго это дело, в плане того, что... Вырезал вот это, чтобы оно все по форме подходило. Ну, в общем-то, вот так вот это сделал. Мне лично нравится результат. Внутри он получился не самый ровный, но я при помощи канцелярского ножика, кстати, новый купил, он плохой, кстати, у него нет крепления фиксатора. И получается, за счет канцелярского ножика там лишние участки, получается, туда забью клеем, а потом их подрежу, и будет все ровненько. Когда мы закрасим все краской, все равно эта часть консоли, она вообще не будет, получается, трогаться, и все будет отлично. Также, получается, под этот вот вход, поскольку я немного не рассчитал, и эта стенка вот эта вот, которая находится к вашей стороне, она, получается, оказалась слишком близко к USB-входу, и поэтому мне вот часть вот этой вот USB-входа будет у нас персонально для прошивки USB-входа, взял вот такой вот новенький буквально, им еще ни разу не пользуюсь, USB, ну, USB mini USB, и просто вот ему подрезал одну часть для того, чтобы оно тут вот не задевало, теперь это все проходит идеально. Вот так это все выглядит, лично мне нравится результат, надо будет еще немного доделать, дошкурить, и в итоге, когда покрасим, это все видно будет, ну, не будет видно и будет красиво выглядеть, и все равно сюда смотреть особо никто не будет. Покраски этой детали, получается, у нас осталось буквально ничего, осталось в следующем видео будет подготавливать ее к подкраске, то есть вот эту вот наклейку мы закроем марлевым скотчем, ой, не марлевым, блин, малярным скотчем, что-то я перепутал уже. Потом это все дело зашкурим при помощи, опять же, шкурки. С этой части мы особо ничего делать не будем, потому что она все равно внутри. Может быть, какие-то еще перегородки будем тут перерезать, но это все не будет уже видно, не будет сказываться. Вот так вот это все мы сделаем. Вот такая вот у нас панель задняя, вот что мы с ней сделали. Добавили просто вход, получается, для USB, для прошивки. И вообще, думаю, вот эту штуку, ее, может быть, чем-то какой-то резиновой штучкой закрыть. Может быть, найду кусок резины какой, плотный достаточно, знаете, вот как заглушку сделать, просто чтобы ее закрывать можно. И было еще, если покрасить, как на резинке, чтобы она была, было вообще идеально. Это было бы, наверное, самый лучший вариант. Если найду, то так же и сделаю. Посмотрим, постараюсь найти. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. Все, довольно-таки мы особо ничего не сделали, но заняло это реально очень много времени, поскольку, ну, просто очень трудоемкая работа, именно в плане вот эту вот капсулу было сделать довольно-таки трудно. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. И, в общем-то, пока.